Хотите повысить эффективность выпадов? Тогда добавьте платформу. Исходное положение, как и в классическом выпаде. Стойка, ноги врозь, правая нога впереди. Ее мы и устанавливаем на платформу. Для того, чтобы придать элементу амплитуду движения. На вдохе мы опускаемся вниз, так, чтобы у нас таз опустился ниже коленного сустава. И на выдохе четко поднимаемся в исходное положение. Вдох, спина прямая, мышцы брюшного пресса напряжены, и выдох. Выполнив 5-7 повторений, смело можете добавлять отягощение. Фишка этого элемента в том, что платформа добавляет амплитуду элементу, и вы можете больше растянуть ягодичную мышцу и дать большую нагрузку. Если вы адаптировались к этому элементу и ваш вестибулярный аппарат окреп, тогда вы можете смело усложнять за счет увеличения подъема платформы или усложнения элемента, таким как приставление ноги на платформу. Выполняйте это упражнение после любого базового на ноги. 8-10 повторений на каждую ногу, от 3 до 5 подходов. Удачи вам!